Всем привет! Сегодня 16 июня, и сегодня я хочу вам показать продукты, которые нам привезли. Сейчас карантин, и мы не ходим в магазины, не ходим в супермаркеты. Мы заказываем продукты по интернету. И сегодня нам привезли две коробки продуктов. Итак, тема — фрукты и овощи. Малок, что ты делаешь на коробке? Привет, Малок. Итак, сначала посмотрим вторую коробку. Она открытая. Что здесь есть? Здесь есть апельсин. Это апельсин. Здесь есть яблоки. Это яблоко. Здесь есть помидоры. Помидоры. Маленькие помидоры для салата. Я буду делать салат. Здесь есть виноград. Виноград. Это виноград. Итак, яблоки, апельсины, помидоры, ананас. Такой большой ананас. Большой ананас. Здесь есть бананы. Это бананы. Здесь есть дыня. Есть маленькая желтая дыня. Это дыня. Еще здесь есть клубника. В Англии очень вкусная клубника. Здесь есть клубника. Здесь есть персики. Это персик. Есть персики. Здесь есть абрикосы. Это абрикос. Абрикосы. Что еще здесь есть? Что в этом пакете? И здесь есть чили. Это острый перец. Чили. Итак, это первая коробка. Теперь смотрим, что есть во второй коробке. Так. Итак, что здесь есть? Здесь есть лук. Огромный лук. Очень большой лук. Здесь есть зеленый горошек, горох. Можно приготовить суп, а можно съесть сырым. Здесь есть цукини. Здесь есть морковь, картошка, петрушка. Это петрушка. Очень вкусно, можно готовить, а можно просто добавить в салат. Здесь есть еще клубника. Клубника очень вкусная. Я люблю клубнику. Здесь есть укроп. Ура! Я очень люблю укроп. В Англии люди не очень любят укроп. Англичане не очень любят укроп. А в России всегда едят укроп. Я обожаю укроп. Дальше есть вот такой лук. Наверное, тоже в салат. Не знаю, куда. Лук. Еще есть вот это. Вот, по-английски называется рубаб. Честно говоря, я не знаю, как это называется по-русски, потому что в России я его никогда не ела. Из него можно делать варенье, джем. Так, еще что есть? Еще есть маленькая морковка. Вот, очень красивая морковка. Еще есть чеснок. Я люблю чеснок. Есть чеснок. Есть авокадо. А прекрасно, я обожаю авокадо. Я ем авокадо каждый день. Почти каждый день. Есть два лимона. Это лимон. Желтый лимон и зеленый лайм. Это лайм. Два лайма. Еще есть пучок спаржи. Это спаржа. Спаржу я тоже очень люблю. Итак, у нас теперь много фруктов и овощей. Это наши овощи и фрукты. И мне кажется, что пока мне все нравится. Я вам потом скажу, вкусно это или нет. Пока!